Доброго вечора, пане Андрію. Всіх вам благ. Моя донька не може продати хату в селі. Місцина дуже гарна. Вона купила як дачу, але жити там не виходить. Що можна зробити? Для этого вам необходимо провести следующий обряд, который называется восхищение. Приехать там, где находится эта дача или вашей дочери, и начать ее хвалить. Пусть ходит по кругу и хвалит не менее 20-30 минут. Говорит, такая крыша красивая, и въезд красивый, и подоконники красивые, и то-то, то-то красивое. Пусть это делает вслух. Если так делать в день 3-4-5 раз, то очень быстро найдется человек, который захочет это приобрести. Проверенный такой рецепт.